Аффирмации для второй чакры Сватхисханы. Я чувствую. Это место вашего физического, эмоционального «я». Когда эта чакра уравновешена, вы более не подвержены сомнениям, пристрастиям или сексуальным проблемам. Вы настраиваетесь на мудрость своего душевного разума вместо эгоистического ума. И в конце концов, все старые, самоограничивающие стереотипы мышления подсознательного разума заменяются уверенностью в себе и эмоциональной устойчивостью. Вы возвращаете свою личную силу, в то время как вы учитесь сотворять радость, мир и процветание вместо страха и ограничений. Позитивные утверждения для этой чакры. Я поддерживаю в себе ощущение благополучия. Я наслаждаюсь изобилием жизни и ценю то, что имею. Я привлекаю к себе удачу. Добро, благополучие и изобилие постоянно приходят ко мне, так что я могу расслабиться и наслаждаться новой жизнью. Я с легкостью усваиваю весь опыт своей прошлой жизни и обращаю его себе на пользу. С каждым днем моя жизнь становится все лучше и лучше. Я говорю своим мечтам и желаниям «да». Я в восторге от своих потрясающих сексуальности и привлекательности. Я самый привлекательный человек на Земле. Деньги любят меня и приходят в нужном количестве и даже более. Я доверяю жизни и себе. Я в гармонии с этим миром. Я иду по жизни легко и радостно. Я уникальная творческая личность. Я люблю и ценю себя. Я открываюсь чувствам и эмоциям и позволяю себе принимать подарки, наслаждаться и любить. А теперь мы будем активировать вторую чакру мантрой «Вам». Приятного прослушивания и работы над собой! Вам. Вам, 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 вам. Вам, 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 вам. Вам.
вам. Вам, 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 вам. Вам, 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 вам. Вам, 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 вам. А с вами была Юлия Жукова. С любовью к вам. Учитесь жить сердцем.